Черепашки. Я думал, что это карминка. Наш учитель, да? Вот, Самоль. Оперативно берем парашюты и грузимся, не тупим. Оп, твою медь, ты видел, как мы будем взлетать? Ёп! Мы будем над тачками начнем взлетать. Я просто уже боюсь. Сань, все время вперед и все, ты понял. Он говорил про какой-то обрыв, а что-то я не вижу. Это холмик, который мы пробежали только что. Блин, садитесь в самолет. Арма Лолик написано на нем. Опа. А, Армахолик. Винты есть. Епать! Морфин есть. Быстро парашюты взяли, спрыгнули, сели на пассажира, только на пассажира. Игорь, готовность бойцов страшнее. Принял. Ёптить-моптить. Ё-моё. Все сели срочно. Панель управления? Нет, бежит боец, один бежит боец. Откроем ему дверь. Он вообще лагает. Заводи козявку. Боец, садись. Давай, боец. Надо вроде по очереди прыгать, чтобы нас не убило. Все сделаю, все сделаю. Все, давай, давай. Поехали, давай, с Богом, Лукаш. Давай, Лукаш, гони. Рот по прямой всегда, как сказали, Сань. На 40 отрыв. Бля, уже страшно. Лукаш, почему мы еще не взлетели? Придерживайте. Следить за скоростью. Знаток, скорость, погасить скорость на посадке меньше 15. Знаток на земле. Санер сел. Отлично. Ожидаем. Гасите в ноль, потому что по горе потом тащит сильно. Да, так точно. Все, Еген сел. Отлично. Откуда враг может быть? Враг с восток. Ровно восток, ровно восток. На северной части горы. Принято. Так, слышу технику. А, нет, это Лукаш. Шенрал сел. Перекличка. И Костя здесь. Перекличка. Это периодический лагерь. Евген. Костя. Знаток. Так, его одного убило, одного убило. А, нужен медик, наверное. Где? Я еще в пути. Куда тебе побежали? Вижу труп. Сейчас попробую поднять. Жив, давайте быстрее. Боец, кто садится, погаси скорость на нуля. Ростов, поднимаемся в гору, да? Никак нет. Вы сейчас где находитесь? В низине.
восточном склоне. Южнее вас. А, севернее, прошу прощения. Так, Саня, рыжий за мной. Спускаемся в самый низ. Какой? А, пациент мертв, все. А, все, не ладно, успели. Азиму 20, как Азиму 20 выходит? Спускаемся. А кто был-то это? Он. Спускаемся в низину, Азиму 20. Все, отставить все. Как отставить? Похоронить надо, Игорь. Так, я наш опыт, хороший. Куда идем-то, куда спускаться? 20 азим. Я ж сказал, азиму 20, спускаемся в самую низину, ориентир дорога, змейка идет. К дороге подходим. Ооо, как меня вышло. На сбор минуту. Дорогу наблюдают все? Так точно. Да. Но азимут не у всех 20. Принял, я от себя говорил, я ж не знаю где. Так, один боец куда-то бежит, не туда, направо поверни. Отлично. Так, вижу раз, два, три, четыре, еще не вижу четвертый. Саня, ствол достань, просматривая азимут 120, как принял. Что за, слышу, техника? Наш. Самолет. Самолет. Парни, подождите меня. Так, вижу, отлично, все в сборе, отлично. Собираемся у камня. Ростов, у Шенрова бинокль, если что. Отлично, отделение, начинаем движение, азимут 110, по низине. Подожди, они все бежали сюда. Догонит, я вижу его. Тихо, азимут. Стрельба. Моими лагами я не добегу. Азимут 110. Так точно, бьют по самолету. Азимут 110, по низине, начинаем движение. Там тяжелый пулемет. Стволы на изготовку. А эти метки уже точно проставлены? Да, конечно. О. Мы выйдем на высоту, там будет, скорее всего, враг. Смотрим в оба, возможно, близкий контакт. Калаш вроде, да? Слышу. Так, наша цель азимут 80, гора перед нами. 400-500 метров. Вперед марш по низине. Азимут движения по низине 60-70. У тебя может и 80. Ребят, у нас нет времени на это, там идет штурм, нам нужно сковать противника. Я как бы сейчас спину, Игорь, сейчас. Так точно, вот они, М-16 перед нами. Поднимаемся на гору, азимут 30-40, аккуратно, внимание всем. Отдохнуть, может быть, надо.
Сейчас в камнях отдохнем, подходим в камнях. Я хочу вам еще раз подпать метрики. Не надо, все нормально. Выходим на гору, если отдохнули. В камнях, доходим до камней, все на шепот проверить, два раза в шепот. В камнях отдыхаем, все поднимаются. Прямо за камнями, за камнями. Огонь не открывать, огонь не открывать. Все отдыхаем, все отдыхаем, все отдыхаем. За камнями, за нами, за камнями, враг. Да, бьют, я вижу трассера прям под камнем. Все, тихо. Доложите, как отдохнете. Отдохнул. Все, вперед. Кидаем, начинаем с гранат. Начинаем с гранат. Спокойно идем. Граната. Отставить гранаты, штурм! Отставить гранаты, штурмуем! Штурмуйте, я как-то прикрываю. Ты хочешь, чтобы мы в опор прям побежали на них? Константин. Ростов. По мне с города стреляют, там наши или нет? Должны быть наши. Ну тогда сообщите, то, что тоже штурм происходит. Тут города по нам сейчас лупить будет. Ростов на связи. Ростов, походу, ранен или мертв. Я на своей клубе с города. Ростов мертв. ГПХ нет. Техника. Зеленая форма ведь не наша? Не наша. Ну тут два отделения было. А может быть еще есть тут 3-2 хэмита стоит их них. Еще за холмом там хэми стоит и пехота ездит. Азимут 40-60. Там целое два отделения. Слева попробуй обойти. Я все залечить с ним. Там бегают. Да, это куча их там. Я взял вражеский пулемет, чтобы накрывать их всех. Давай. Блин, жаль, ГПшки все сли уже. Да, вон бегает. Там их очень много, там все, можно сказать, вся сторона высадит. Ну и коси по ним.
заметили. У нас было сложно не заметить. Ну, чё-то как-то они долго нас не замечали. Шинрал, ты отошёл? Есть кто живой, вот кто сейчас говорит? Шинрал, прием. Блядь. Блядь, Шинрал, походу, шлепнули прямо на отступление. Сколько у нас вообще осталось? Мы вдвоем с тобой, возможно. Ты с пулемета долбишь. Сейчас вот этот стреляю, вот этот не я. И там тоже стреляю, не я. Я тут стреляю, я сижу, понял. Ничего не стреляю. Мне лента осталась, я тут спрятался. Меня вообще не слышно? Ну это наш стреляет, да, слышно? Отлично. Под камнями снизу около химитов наши есть? Не должен. Вряд ли. Сзади что-то едет. Может, подмога? Не пойму. Самолет. А, самолет, блядь. Извините, ребятки, просто выключил двигатели. Евген, вижу, валяется. Раненый, видимо. Попробую оттащить. А где вы? Ну, по дороге. Подходит снизу. Евген, ты можешь ползти? Слышу, снизу голоса слышу. На белых дымах там свои видите? Вот кто-то мог ко мне выглядывает тут рядом с моим контактом. Я тут, блин, около камня большого. Тут куча трупов. Голоса связываю. Марк, Евгена, помогите залатать. Хорошо. Блять, у меня там картошка на плите кипит. Сейчас я буквально на секунду. За камнем. Мы за большим камнем, откуда мы заходили. Там Евген лежит. Биндуйте его. Я подойти не могу, я тут за камнем зажат. Ну лежи тогда, мы нормально справимся. Я пришел туда, где все это деревья покосили вражеское. Сейчас слева буду, у тебя ноги только остались, остальное залатали. Он еще разговаривает? Да, он говорит, сейчас. А, в касание, кстати, да. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Че, Женя, не успели тебя поднять? Ну, бас, а. Бегали вокруг, блин, 5 минут бегали. Раньше у меня такая же история. А я вышел, блядь, вижу, человек 30 просто, блядь, на нас смотрит. Я охерел. Просто вот через гору, мы на одной горе, а они вот 150 метров на другой. И, блядь, просто через секунду по мне начинает долбить стволов 15, блядь. Ебать, я думаю, жопа. Ну что ты думаешь, кто нас убил? Да, походу, дом завалило. Но я не знаю, кто развалил этот дом для начала. Меня ёбнули.